стою, торгую цветами. У меня пенсия 12180. У нас в нашем доме было, значит, было отопление за тепло 7-6-5 с лишним. Как я могу прожить, лекарства от сахарного диабета купить, еще и не торговать цветами? Коронавирус. Да его нету, коронавируса. Вера, это вон дальше в храм. Ну, нужно понимать, что всегда в любой день важна память о наших почивших сродниках, наших ближних, и всегда им нужна наша молитва и память, что есть многие другие дни. Например, скоро, примерно через месяц, перед Днем Святой Троицы, будет Троицко-родительская суббота поминальная. И, может быть, за этот период как раз нам откроют уже посещение общественных мест и кладбища. Мы сможем спокойно и прийти на могилку, и прийти в храм, и помолиться, и помянуть наших усопших. И была панихида, и сейчас есть.